Всем привет, дорогие зрители! Я сегодня приехал в район Тосмур, около моря, в 100 метрах дается трехкомнатная квартира, 110 квадратных метров, обставлена за очень хорошую цену. Из инфраструктуры присутствует бассейн и просторный сад с открытой парковкой. Быстренько пройдусь по территории этого проекта. Вот такое здание. Вот наше здание и вот наша открытая парковка. Есть шезлонги, зонтики, как вы видите, и маленький ухоженный сад. Пройдемтесь мы в квартиру. Лифт в это здание присутствует. Тут главная дорога, которая ведет к пикникам Дим-чай. Вот такой лифт. Вместимый 4 человека. Квартира находится на третьем этаже. Прибыли мы на третий этаж. Двери уже открыты. Вот такое тут прихожая. Такая вот интересная обставленная квартира. Ламинат уже установлен, как вы видите. Здесь у нас коридор, который ведет в спальню. И вот это наша прихожая. Начну я с правой стороны. Здесь у нас санузел. Также присутствует биде. Вот такой просторный санузел. Душевой кабины. Пройдемся мы в хозяйскую спальню. Вот такая тут спальня. Немаленькая. Так, с выходом на балкон. Стоит у нас платяной шкаф. Шкаф-купе. Такая вот квартирка с выходом на балкон. Вот такой балкон. В этой квартире два балкона. И вот тут вид, вот море видно с этого балкона. Напротив есть у нас пекарня, магазины, аптеки. Это центральная дорога Тосмура. 200 метров отсюда приблизительно находится речка Дим. Также парки и тому подобное. 100 метров до моря, дорогие зрители. Очень удачная квартира. Вот такой просторная. Тут гостиная. Совмещенно с кухней в оранжевых оценках. Дорогие зрители, гостиная с кухней просторная. Смотрите. Вот. Покажу-ка я бытовую технику. Бытовая техника, холодильник фирмы Бека, духовка Арчелик, плита, вытяжка. Посудомойка фирмы Арчелик. Вот, квартира продается с мебелью и бытовой техникой. Телевизор также фирмы Арчелик. Так, здесь у нас также балкон второй с выходом из спальни. Вот также отсюда есть вид на море. Вот такой вид с балкона. Шумоизоляция хорошая, звука нету, как вы слышите. Теперь пройдемся в последнюю, в крайнюю нашу спальню. Вот это наша спальня. Дополнительная. Одинаково. Просторно, как та первая спальня. Также есть платяной шкаф. Хочу подвести итог о этой квартире. Квартира находится в районе Тосмур, на расстоянии от моря 100 метров максимум. Здесь центральная часть, центральная дорога, которая ведет на речку Дим, те рестораны, которые находятся около водохранилища. Присутствует вся инфраструктура рядом.
Также вы видели, что есть бассейн открытый, детский также, и парковочные места. Айдат у этой квартиры 70 лир. А цена этой квартиры 2 плюс 1, 110 квадратных метров, 74 999 евро. Дорогие зрители, если вам понравилась эта квартира, этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, комментируйте. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, там у нас горячее предложение, срочно продажи. Называется она «Ход Алания». С вами была Гаси из Солнечной Алании, район Тосмар. Всем желаю счастья, добра, радости, благополучия и побольше позитива. Всем пока-пока.